Стрелка, как будто ты вообще домой сейчас собирался прибраться, да? Ой, как я прибираюсь, прибираюсь. Уборка. Потеру на пне. Скажи, вообще неинтересно, говорит мне эта штука. Я думаю, что если мы попробуем забрать тарелку... Она сразу станет интересна? Да. Зачем он это делает? Может, такие умные тарелки подбирают, чтобы случайно как бы не клюнуло. Это интересует. Мне кажется, снег ее набрался в рот. Тебе не нравится. Мне кажется, ты уже здесь рыл. Ну я чё? Я вашего сухофрукта никогда не видел. Да-да-да. Не видел! И чё? Проверить, всё ли надёжно закреплено. Может ли он, если чё, улететь отсюда. Ну и чё? Уже 2 минуты ты пытаешься... сажать тарелку. Ну, такой хороший, такой хороший. Еще дальше-то? Выглядит как чудесно. Ворон. Такой пиц. Мне кажется, он сейчас до земли дороет. И что дальше-то? Там голуби встревожены. Моим появлением, отсутствием еды, смотри. Угу. Намекался сверху. Давай. Смотри, он все ближе. Осталось 20 сантиметров. Слушай, ты по идее умная птица, да? Ну такой осторожный. Сказать, что он сильный, может передвигать все, что хочет. Ну. Да, ты бы давно уже сделал бы так. Ну, видишь, там конкуренция у них. А здесь-то он может себе позволить выдрючивать. Смотри, осталось сантиметров 10. Буквально. Вот, смотри, 5. Тарелка по-прежнему не бросается. Что ж такое-то? Какой? Ну и чё? По-моему... Что происходит? Какой-то заговор. Смотри, смотри. Он уже почти коснулся. Мне кажется, он дарился до земли уже. Ну и чё? Сколько энергии уже потратил? Очень опасно. Смотри, очень опасно. Финал. Какое-то напряжение. Кажется, она пошевелилась. Не надо вообще. И что, и что? Кажется, он там уже, смотри, он прямо, чтобы под снегом ничто не спряталось и не свершило к нему неожиданного налета, да? Или что? Давай. Господи. Тарелку он никуда не может поклевать. Да-да-да, он сбрасывает напряжение на ветке. Мне кажется, он опять отошел. Наверное, пошевелилось опасно. Что? Не снимает. No comment.